Стремясь эмигрировать из страны, еврейские активисты в июне 1970-го пытаются угнать самолет Ан-2 из Ленинградской области в Швецию. Зачинщикам поначалу вносят смертный приговор за измену родине. По миру гремит кампания протеста. Наказание снижают до 15 лет заключения, и в Кремле впервые всерьез задумываются, а стоит ли удерживать тех, кто рьяно рвется прочь? Ведь если они останутся, сколько с ними мороки?